Всем привет, друзья, мы продолжаем играть в Game Stone Legends, и я буду сегодня в очередной раз призывать. Не знаю, сколько буду делать призывов, потому что пока это все дело непонятно, но у меня есть больше 100 золотых свитков и 2 платиновых. Собственно, как будет, наверное, называться видео, столько и будет призывов, не знаю, посмотрим. Из новых героев у нас вышел Рафаэль, который повышает крит урон всех союзников на арене и наносит урон всем врагам от атаки, при этом игнорируя 20% защиты. И также отхиливает себя, и все это дело, в общем, вы можете прочитать, атакует еще сильнее, если у него больше хп. То есть, если он ультует на максимальных своих хп, там прям прирост еще 40% к тому, что есть. Вот, и также выпустили новую семью, то есть, помимо героя события, который у нас в свое время был Пусай, у нас теперь появилось еще 4 героя ее семьи. Это Эльрена, это Нира, это Тала и это Ордия. Вот, а читать пока, я думаю, нет особого смысла, будем их ловить, будем читать постепенно. Вот у меня 106 золотых свитков, один платиновый осколок, кстати, а чё бы нет. Ладно, не буду докупать пока за кристаллы, в принципе, я мог бы на самом деле за кристаллы докупить еще, получается, 20 золотых свитков, да, или 22 там получается. Ну-ка, сколько это? По-моему, 22. Да, 22 свитка мог бы докупить еще, но я думаю, что соточки пока на сегодня хватит. И надеюсь, что нам сегодня упадет, ну, хотя бы парочка лег, потому что они не падали очень давно. Вот очень давно мне леги не посещали. Давайте. Как обычно, делаем это все скипами. Давайте, наверное, призовем сейчас сначала до полтинничка золотыми, там дальше будем смотреть по ситуации, сколько нам вообще, в принципе, чего, кого упадет. Потому что событий впереди еще будет много, и лучше, на самом деле, приберечь эти свитки на будущее, почему бы, собственно, и нет. Пока что что-то x2 шанс, который заявлен, кстати, в призыве, не особо работает. Вот видите, то, что тут шанс x2 призывать вот именно конкретно этих героев. Вот, пока что-то как-то вот уже 10 призывов прошло, и ничего. Вот, кстати, что-то есть, это эпик. Это Тео. Кстати, Тео у меня, по-моему, может и был, а может и не был. Качать его в любом случае, наверное, не буду пока что в ближайшее время, потому что приоритетов хватает. Там сейчас Гвину собираю. Блин, а что происходит? Дайте эти самые эпиков. Блин, 20 призывов уже потратили, а один эпик всего лишь. А что так плохо? А раньше лучше было. Или мне прям очень сильно везло? Ну, блин. О, задание выполнил на 50 призывов героя. Так, есть чего-то здесь. Опять эпик. Ванесса у меня, кстати, по-моему, была. Ванесса, по-моему, была. Блин, а ни одного пока нового героя вообще нету. То есть, блин, я вот тяну как минимум, чтобы получить там 2 эпика новых, да, и не упали пока что, не упали. Пока как-то все крайне очень печально. Вот здесь что-то есть еще. Опять эпик. Ну и кто? Энки. Ну, спасибо, я как бы ищу новых героев. Мне старые-то особо-то пока не сдались. Я, конечно, понимаю, что там с помощью них можно навыки продвигать, но как бы у меня не это сейчас в приоритете на данный момент. Ну, лично у меня, по крайней мере. Блин, а что-то очень плохо, смотрите, уже 50 свитков прошло, и что-то 3 эпика получается всего, да? Как-то очень отвратительно, на самом деле. Вот здесь что-то есть еще. Очередной эпик, это Рина. Блин, ну Рина у меня тоже была. Я на самом деле как-то что-то немножко расстроен. Ну, давайте до еще одного эпика прокрутим, если он вообще, конечно, будет. И золотыми на этом сегодня закончим, потому что как-то лучше оставить их на какое-нибудь событие, где нужно будет призывать героев. Блин, а что? Где все? Где эпики? Где легенды? Ну вот, осталось 30 золотых свитков у меня на будущее, но вот эпик выпал снова. Торбьерн, блин, мне упали сплошные повторки, сплошные дубли. То есть ни одного вообще нового героя, абсолютно.
У меня есть два платиновых осколка. Я даже не знаю, тратить их или нет. Ну, типа, есть платиновые осколки, есть платиновый свиток. Ладно, давайте. Давайте скрафтим платиновый свиток из осколков, которые у меня были с квестов. Эпик. Ну, я говорю, лего отсюда ни разу не падало. Вообще ни разу еще не падало лего. Ладно, хрен с ним, давайте еще один. Снова эпик. Нету леги, киван. Я говорю, мне нападали абсолютно все те же персы, что у меня, в принципе, и были. Давайте, может быть, еще крутанем немножко чего-нибудь. Ну, может быть, лего-то посетит меня наконец-таки. И вообще ни одного нового героя. Вот, ну, вот здесь что-то есть, хорошо. Нира. Ну, хоть один новый ивентовый герой у меня есть. Что ты делаешь, Нира? Ты у нас наносишь урон всем врагам от защиты. 50% шанс наложить эффект сон на всех врагов. 100% шанс наложить эффект проклятия на всех врагов. Число ходов 3. И восстанавливать тем союзникам 15 маны при смерти союзника. Невосприимчивость к эффекту безмолвия. Блин, я даже хрен знает на самом деле. Ну вот, способность у нее прикольная. Повышает УЗ всех союзников на 38%. 38. 38, бляха-муха. Это много на самом деле. Но то, что мне не упал... Давайте еще, ладно, 5 прокрутов сделаем. Не знаю, ну я надеюсь, что все-таки может какая-нибудь лего-то посетит, но сколько можно. 3 видео уже призывных было, и ни одной леги я не увидел. Ну, елы-палы, ну где? Ну где лего? Где? Вот... Нет, здесь ничего нету, это мне показалось. И здесь нету ничего. Это ужасные призывы, последние 3 видео у меня какие-то идут. Прям... Ну, я, видимо, все докручиваю, потому что, ну, азарт, скажем так, азарт, да. Здесь есть что-то, и на этом заканчиваю. Опять эпик. Гафадет, замечательно, она у меня тоже была. В общем, какие-то такие призывы получились. Спасибочки. Какие-то такие, да, господи, прости. Какие-то такие призывы пока что получились, на самом деле. Вот, я закрыл... А, кстати, тут же еще ивент сейчас идет на Зою, да? А сколько дней осталось-то? 5 дней. И получается... Что мне надо сделать-то еще? Золотые, серебряные... Ну вот, допустим, энергию могу покупать, да, использованная энергия. В общем, в принципе, я думаю, не составит проблем для меня подфармить остальные 1600 очков, в принципе, что осталось. В общем, как-то так, то есть у меня точно будет ивентовый герой. Вот, а по поводу призов я, правда, как-то разочарован, не знаю, напишите, что падало вам. То, что, мне кажется, за 100 почти свитков, блин, не поймать ни одну лего, но это как-то это очень странно в последнее время. Я так говорю, уже третий ролик, в котором такое происходит. Блин, обидно. Досадно, ну ладно. В общем, по промокоду MISTLTEN, нижнее подчеркивание 2021, которое есть в описании под видео или прямо у вас на экране, вы можете установить игру, поиграть, забрать некоторые плюшки для старта. Можете поставить лайк, подписаться на канал и, собственно, написать комментарий, кто упал вам. Вот. Мне упал только один новый герой, получается, и это печально. Вот, на этом я с вами прощаюсь, дальше интереснее. Всем пока.